Друзья, всем привет! Сегодня сделаем необычную насадку для лобзика из обрезка доски и старой пилки. Изготовление насадки очень простое, но иногда такая насадка может быть очень полезной. В общем, предлагаю посмотреть это коротенькое видео, которое я к тому же и ускорил, до конца и узнать, что же за такую насадку я буду делать. Желаю приятного просмотра! А получилась у нас вот такая шлифовальная насадка для лобзика. Очень удобно ею подравнивать края или плоскости. Можно сошлифовывать углы. Для удобства смены наждачки насадка имеет липучку. Делается, как вы видели, элементарно, функцию выполняет, ну а больше от нее требовать-то и нечего.
Особо удобно ей пользоваться в сочетании с аккумуляторным лобзиком. Ссылку на лобзик, а также на другие инструменты, которыми я пользуюсь, оставлю в описании под этим видео. Там же и ссылки на оснастку с Алиэкспресса. Вроде в ноябре распродажа намечается, так что можно что-то урвать по дешевке. А на этом на сегодня все. Оставьте своих пару слов в комментариях насчет этой самоделки. А также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр, хорошего настроения и пока!